Всем привет, друзья! Всем привет! 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 Всем доброго времени суток! Сегодня я специально для вас по просьбе подписчиков, то есть вас, буду делать звуки ножничек. Для этого я собрал все ножницы, которые здесь я смог найти вообще в принципе, поэтому вот есть у меня вот такие вот ножнички. Кстати, что-то я им уже резал ими. Есть вот такие маленькие ножницы, а есть даже и вот такие вот ножницыщи. Поэтому не переключайтесь, пожалуйста, будем сегодня импровизировать. Вот, то есть сегодня будут у нас просто звуки ножниц. Поехали. Начнем с вот этих. Ножницы были в детстве, знаете, какие? С вот такими вот с округленными кончиками. А еще они были в форме клоуна. Такого зелененький, по-моему. Смотрели фильму «Эдвард руки-ножницы». Такие вот ножнички сегодня. Ну что, давайте будем переходить к следующему этапу. Это вот такие вот ножнички, очень удобные и очень острые, кстати. Конечно, у меня есть еще одни такие же. Себе что-нибудь не отрезать случайно. Можете представить себе, что вы просто очень лохматый человек, и я вас стригу. Как вам такое, Илон Маск? Смотрите, какие разные звуки, да?
немножечко отдохнем. У меня есть вот такой пинцетик. Еще ватки кусочек у меня есть. Вот, смотрите. Сейчас подстрижем с подбородком вместе. Пошли бы вы к такому парикмахеру, как я, а? Только честно. А сейчас мои любимые ножницы. Одни из моих самых любимых. Реально очень большие.
Назову это видео 33-летний ребенок обнаружил дома ножницы. Так, а мы еще не комбинировали вот эти ножнички. Ну давайте закомбиним их с вот этими. Все, надо заканчивать, а то я сейчас себе что-нибудь отрежу. А, в общем-то говоря, все. Спасибо, что посмотрели. А вот, я всегда стараюсь читать ваши комментарии. Конечно, всегда стараюсь прислушиваться к вашим просьбам, рекомендациям и так далее. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии. Я всегда их буду с удовольствием читать. Спасибо вам большое за идею с ножницами, кто мне подбросил. Очень-очень хорошая идея была. Вот с удовольствием я ее отснял. Всем желаю спокойной ночи, хороших снов, друзья мои. Не болейте, будьте здоровы. Всего вам самого-самого лучшего. До свидания. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч.